Всем привет! Это передача «Ничего удивительного» рядом. Ее московский корреспондент Дон Гордон. И мы находимся в универмаге «Цветной». И сегодня мы с вами попробуем узнать, сколько может стоить обычная футболка. В общем, нам в принципе интересно, сколько может стоить футболка. И мы ищем самую обычную футболку по самой необычной цене. Но это же «Цветной». Да. Здесь все так. Итак, ребят, значит, футболочка, футболочка Sony Retail стоит ни много ни мало. Целых 11 150 рублей. Да, это как просто коробка доширака примерно. Очень много доширака. Такие дела. Прошу прощения. А как вам цены в этом универмаге? Прекрасно. Вот и все. С вами была передача «Ничего удивительного» рядом и Дон Гордон специально из Москвы. Всего доброго!